Каким же станет новый политический сезон? Депутаты Сената и Мажилиса вернулись с летних каникул и намерены приступить к своей работе. Известно, что на рассмотрении парламента страны находится 64 законопроекта. И сегодня в Астане пройдет совместное заседание Верхней и Нижней палат. Отмечу, это четвертая сессия действующего пятого созыва. Моя коллега сейчас находится на месте событий. Елен, доброе утро. Скажите, как скоро начнется заседание и что будут обсуждать депутаты? Здравствуйте, Алмаз. Уже традиционное совместное заседание начнется буквально через полчаса. Как вы видите, депутаты уже проходят в большой зал. Тематика сегодняшней встречи пока неизвестна. Об этом мы узнаем уже в ходе заседания. Открою четвертую сессию пятого созыва президент страны Нурсултан Назарбаев. Ожидается, что глава государства поставит перед законодательным органом новые задачи на предстоящие 10 месяцев. И как ранее сообщил председатель Нижней палаты парламента Кабибулла Джакупов, впереди у законодательного органа много работы. Во-первых, в связи с подписанием договора о создании Евразийского экономического союза появился стимул повышать конкурентоспособность не только в экономической сфере, но и законотворческой. Спикер Мажилиса в очередной раз напомнил коллегам о том, что необходимо улучшать качество работы, чтобы законопроекты были понятны не только юристам, но и простым казахстанцам. Отмечу, что сейчас в портфеле парламента находится 64 законопроекта, и среди них и переходящие проекты законов, которые поступили еще до каникул. Их парламентарии рассмотрят в первую очередь. Среди них проекты законов о защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию государственной молодежной политики, а также документ о минимальных социальных стандартах и гарантиях. Как вы видите, встреча парламентариев будет непростой. Более подробно обо всем этом мы расскажем уже в следующих выпусках. На этом у меня пока все. Алмаз, вам слово. Елена, спасибо. Будем ждать информации. Я напомню, на прямой связи с нами была моя коллега Елена Шрайбер, а мы продолжим выпуск.